потому что боюсь, что я буду сбивчиво говорить. И он говорит, можно почитать? Я говорю, ну на, почитай. И он это прочитал вслух. Я говорю, ну что? Он говорит, да, говорит, такое трудно придумать. Максим? Максим, да. Не менее сложная задача. Мы с этой Настей не общаемся. Разошлись наши немножечко пути, вот. Как бы, но все равно мы друг о друге хорошего мнения, и как-то мы иногда какие-то там смс-ки через контакт передаем. Но тесное общение у нас закончилось какой-то период. Хорошо.